Что касается Нагорного Карабаха, в последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало, и они не очень крупные. Состоялся обмен телами погибших, готовится обмен удерживаемыми лицами в очень малом, небольшом количестве, но тем не менее какой-то процесс идет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху России, Франции, США работают тесно и дружно. Встречались уже в этом году трижды, по-моему, с министрами иностранных дел, в том числе в апреле в Москве с моим участием. Мы проводили встречу с министром иностранных дел Азербайджана, Армении с подключением сопредседателей. И вот что касается обстановки на земле, я бы сейчас сказал, она гораздо спокойнее, чем год назад. Но вот политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается. Делают стороны заявления достаточно такие серьезные. В том числе звучали слова, что Карабах – это Армения, так же, как из Тираны премьер-министр Албании заявлял, Косово – это Албания. Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса. Но мы, как сопредседатели, вместе с американцами и французами, работаем в унисон. Здесь, слава богу, наверное, одна из немногих ситуаций, где у нас абсолютно единое видение. У нас есть базовые документы, мы не хотим их ревизовать, мы хотим на основе этих базовых принципов, которые многократно обсуждались, искать развязку. Но развязку нужно находить, конечно же, через прямой диалог. Контакты есть, но диалога об урегулировании пока не возобновляется, так я скажу. Но я не вижу здесь опасности, какой-то такой явной опасности, да и неявной. Возобновление каких-то крупных боевых действий. Мы будем делать все, чтобы этого не произошло.